После нескольких солнечных дней четверг небо вновь затянуло тучами. По прогнозам метеорологов, в Одесской области после сухого марта вновь пройдут дожди, которых с такой надеждой ждали аграрии региона. Ожидаем ночью небольшой дождь по Одессе и местами по области. Ночью утром по области возможен туман. Северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. И температура ночью по области составит 4-9 тепла. В Одессе будет 6-8. В пятницу днем немного потеплеет, осадков не ожидается, говорит синоптик. Однако предупреждает о сильных порывах ветра, которые можно будет ощутить и в субботу. Температура ночью составит 5-10, а днем 19-24. И в прибережной зоне из-за южного ветра на 5 градусов будет температура ниже. В воскресенье 10 апреля, по прогнозам специалистов, погода будет пасмурной и прохладной. Днем 10 ожидается местами дождь. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду и температура ночью 5-10 тепла, днем 15-20. И в прибрежной зоне всего лишь 12-14 тепла. Таким же будет и начало следующей недели. Синоптики прогнозируют дожди и похолодание, поэтому прятать теплые вещи пока не стоит, а с собой желательно носить зонтик.